По Днепру пронесся настоящий ураган. В считанные минуты над городом собрались тучи и начался ливень с градом. Дороги и тротуары превратились в реки. Дождь продолжался около 10 минут, а вот последствия придется устранять значительно дольше. Порывистый ветер повалил немало деревьев. Спасатели получили уже больше 10 вызовов от местных жителей. В некоторых районах ветки упали прямо на машины. А возле одного из заброшенных домов на припаркованный рядом автомобиль рухнул балкон. Оборванный и провода. Без света остались несколько улиц.